Теперь переходим к хоккею и начнем с плей-офф континентальной хоккейной лиги. Казанский Ак Барс по итогам регулярного чемпионата занял первое место в своей конференции, и поход за очередным Кубком Гагарина начнет с противостояния против нижегородского Торпедо. Амир Сабиров внимательно следил за первыми двумя матчами в серии и сейчас подробно расскажет, как там все было. По итогам регулярки Ак Барс занял первое место на Востоке, и в первом раунде плей-офф таблица свела их с нижегородским Торпедо. Серия стартовала 3 марта в Казани. Хозяева уверенно начали матч и быстро вышли вперед. На 5-й минуте первого отрезка Артем Галимов с острого угла поразил ворота Андрея Тихомирова. 1-0. Ассистентами стали Тревор Мерфи и Артем Лукоянов. Дальше Торпедо отодвинула игру от своих ворот, а Ак Барс много ошибался. Вратарь Адам Рейдеборн часто выручал свою команду. Но не на 11-й минуте третьего периода, когда Крис Уидман мощно щелкнул от синей линии. Казалось, что вратарь парировал, но шайба все-таки просочилась в ворота. 1-1. Основное время так и закончилось ничьей, а уже в середине первого овертайма вопросы о победителе решил защитник Ак Барса Тревор Мерфи, который реализовал большинство сильным щелчком с дальней дистанции. 2-1. Казанцы повели в серии 1-0. Второй эпизод серии стартовал уже через день, также в Татнефть-арене. Ак Барс выглядел свежее, чем в первом матче, чего только стоят 3 шайбы уже в первом периоде. Началось все с гола Виктора Тихонова на 5-й минуте. Нападающий вошел в зону и щелчком поразил девятку ворот Торпедо. 3 минуты спустя Стефан Дакоста с помощью рикошета удвоил преимущество хозяев. 2-0. А за 1,5 минуты до конца периода Патрис Карме доводит счет до крупного. Нападающий с пятака замкнул передачу Харри Песанина. 3-0. На второй период тренер гостей решил выпустить второго вратаря. Петр Кочетков заменил Тихомирова. Но это не помогло нижегородцам встряхнуть команду. Песанин выдал отличный пас на Даниила Журавлева, и тот не сплоховал. 4-0. Казанцы громят соперника. В третьем периоде Ак Барс должен был спокойно доводить матч до победы в сухую. Но одну все-таки пропустил. Иван Чехович остался на пятаке казанцев и разобрался с Тимуром Беляловым. 4-1. Конечный итог матча. Ак Барс повел в первом раунде плей-офф 2-0. И серия переезжает в Нижний Новгород. А о том, кто вышел в следующий раунд, я расскажу вам на следующей неделе. Амир Сабиров, «Неделя спорта».